девушки, мы с вами вряд ли сможем сотрудничать продуктивно, если вы не будете осознавать, что ваша жизнь в ваших руках. Что вы полностью несете ответственность за все, что с вами происходит. Вы несете, я вот сейчас даю какие-то знания, а вы несете ответственность за то, как вы их примените. Да? Вы несете ответственность, насколько вы правдиво отвечаете на вопросы самой себе поставленные. Потому что если вы не искренне в этом, вам никто не поможет. Бывает мозг, он такой хитрец, да, душа, она наивная, добрая, открытая, а мозг, он такой изворотливый, этот наш ум, и он может миллионы вариантов придумать каких-то, которые ему удобны. Удобны в плане того, что замаскировать страхи какие-то, какую-то боль, не идти куда-то в том направлении, в котором надо развиваться. Будьте искренни.